Всем привет, друзья, с вами Кван, и в этом ролике я хочу узнать, какую игру вы хотели бы видеть вторым прохождением на канале. Кенши у нас никуда не денется, по вечерам мы ее также продолжим стримить, и по мере прохождения будут выходить обучающие ролики. Для прохождения выбрал 4 игрушки, с двумя из которых я знаком лично и играл в них очень долгое и продолжительное время, и две из них предложили мне вы. Это такие игры, как Mountain Blade Forbund, Rimworld, Crusader Kings 2 и Vastaland 2. Каждая из этих игр заслуживает отдельного внимания, и любую из них я буду с удовольствием проходить. Главная цель этого видео, ребята, набрать как можно большее количество голосов, чтобы прохождение выбранной нами игры все-таки набирало просмотры. Ну и все, на этом с вами был Квант, увидимся в следующих роликах, всем пока. Да, забыл сказать, что голосование прямо тут на ролике. В правом верхнем углу экрана есть кнопочка И, нажимаешь на нее и выбираешь одну из 4 игр. Все, спасибо большое, на этом все. Ну и в качестве бонуса для вас на арене Родик против старшего паладина святой нации. Всем приятного просмотра.